Добрый день. Сегодня мы говорим о невербальном этикете, и я очень рада, что вы пришли. Ну, в первую очередь мы поговорим с вами о том, что нашим телом мы сообщаем, и нашей позой, да, тем, как мы стоим или сидим, мы сообщаем о себе дополнительную информацию. Вот когда мы располагаем свое тело, мы можем либо проявить уважение, или наоборот, не проявить его в отношении другого человека. Иногда мы нашим положением тела сообщаем такую информацию, которую не хотели бы сообщить, да, не зная его языка. И вот сегодня мы поговорим о таких нюансах, которые стоит учитывать, если мы с вами находимся в общении с людьми малознакомыми. Да? Ну, поза. В первую очередь тогда поговорим об этом. То, как мы стоим и как мы сидим. В общем, антропоморфно у нас не так много положений, да, нашего тела. Я хочу вам задать вопрос. Вы когда-нибудь думали об осанке? Да, что она говорит о человеке? Его характер. Отражает его характер. Также, возможно, определенный образ жизни, поскольку осанка может, ну, либо испортиться, и ты с временем ходишь постоянно с стулом, либо ты постоянно себя пытаешься держать. Ну, в зависимости, если ты проводишь много времени за столом, и у тебя какая-то работа в ограниченном пространстве, ты будешь, ну, менее раскрепощен, наверное, в теле и больше сутулиться. Да, то есть осанка отражает характер, осанка отражает образ жизни, да, человека. Что-нибудь еще? Может быть, род занятий. Род занятий. Да, в каком случае мы сразу можем сказать, что... Приведите пример. Ну, допустим, если человек ходит все время... Так, то он... То он либо, может быть, он глупый. Вот, либо он представитель какой-то компании, либо часто работает с аудиторией. Еще вот... Есть спортивные, особые спортивный род деятельности, который обязывает спортсмена в определенной степени держать осанку. Это, допустим, как раз может быть гимнастику, если, ну, либо танец. Вот. Там всегда есть практика, да. И с самых ранних лет детей, которых отдают, их в первую очередь учат держать спину и голову. Держать спину и голову. Да, то есть на самом деле это такое естественное расположение головы и позвоночника, да, которое помогает нам держаться свободно, не зажато, да, достаточно ощущать себя раскованно. Можно, да? Вспомнить о шахтерах, потому что это чисто может. Профессиональная деформация, когда работа связана с тем, что тебе постоянно нужно быть пригнувшись, и в меру безопасности и так далее. И у них это из года в год вырабатывается. И потом те, которые уже, ну, они выходят, допустим, на пенсию, это у них навсегда остается. Да, и, к сожалению, особенно когда мы сидим часто за компьютером, да, то мы не всегда можем контролировать тоже этот процесс. И если наша работа связана с этим тоже, да, мы можем потерять свою осанку. Да. Плечи играют важную роль в восприятии человека. Насколько они правильно расположены, мы можем показать свою уверенность, да, свое состояние на данный момент, или наоборот неуверенность и нерасположенность, да, к слушанию или к общению в данный момент. Специалисты советуют, как быстро себя настроить или привести в тонус. Они предлагают отводить плечи назад и опускать их вниз. Да? Тогда автоматически наше тело может быть готово к слушанию, к общению, да, к диалогу. То есть мы отводим плечи назад, опускаем их вниз, не сводя сильно лопатки. Да? Попробуйте это сделать, сразу почувствуете себя в тонусе. Да, то есть вы отвели плечи назад, опустили вниз, не сильно сводите лопатки, да, потому что это тогда не совсем комфортное и естественное для вас положение. Ну вот, если быстро нужно привести себя в какую-то норму, отвели и опустили, да, привели себя в норму и взбодрились таким образом. По сути, вы можете себя так взбодрить на скучной лекции. Так, в том числе, когда мы стоим или сидим, мы тоже сообщаем достаточно много информации о себе. Мы можем привлекать или отталкивать людей тем нашим положением стоя, да, или нашей посадкой. Ну, вот давайте поговорим о том, как мы стоим. Вообще не совсем советуют располагать руки таким образом. О чем это говорит, если мы вдруг так расположили себя в пространстве?
возможно, о том, что вы как-то агрессивно настроены. Я, скорее всего, агрессивно сейчас настроена, да. Возможно, это проявление какой-то доминирующей, да, позиции. Агрессивно настроена. Да. Слишком самоуверенно. Самоуверенно. Даже один локоть, да, выставленный в пространстве, он меня расширяет, да, он увеличивает то мое поле воздействия, да, соответственно, я как будто могу больше себе позволить, да, слишком самоуверенно. Что-нибудь еще? Ну, это что агрессивно, да, возможно, с какой-то претензией, или что человек пришел к вам, а не вы пришли к человеку, вы делаете отношения, выслушивая его, или, ну, уделяя ему внимание. Да, да, возможно. Руки на бедрах, и так мы активно располагаем себя в пространстве. Мы говорим о том, что мы чувствуем себя уверенно, но одновременно с этим несколько самоуверенно, да, и располагая руки на бедрах, мы привлекаем к себе больше внимания, даже если это одна рука, да, мы располагаем себя в пространстве таким образом, что говорим: обрати на меня внимание, или я доминирую, да, меня больше, я больше места занимаю. Еще один вариант, допустим, представим, да, что мы находимся на каком-то приеме или на конференции, перерыв, да, время, когда мы можем пообщаться. Алина, Денис, пожалуйста, встаньте и представьте, что вы общаетесь на конференции, и вот вы повернулись друг к другу, вы хорошо друг друга знаете. Насколько, допустим, Егор, насколько комфортно будет вам подойти к этой паре и начать знакомство? К этой паре нет. Не очень комфортно. Как было бы лучше расположить себя в пространстве, чтобы вы еще помимо друг друга могли привлечь еще одного человека? Да? Или других людей к разговору, которые также важны для вас, что можно было бы сделать? Да, полуразворот. Так, или если это Егор, то вы чуть-чуть расположитесь ко мне, допустим. Да, немного, Алина. Да, если вы стоите таким образом, да, то мне уже легко к вам подойти, потому что у вас возможность увидеть меня в большей степени, да, появилась. Да, и также у Дениса появилась возможность увидеть Егора, да, он зацепил его взглядом, и Егор подошел. Гораздо проще подойти к такой паре, да, которые еще кого-то ожидают, помимо друг друга. Мы можем наговориться в любой другой встрече, но если наша цель завязать знакомство, да, или оказать гостеприимство кому-то, да, на мероприятии, на конференции, то мы стоим и ожидаем еще других людей, которые подойдут. Спасибо большое. Садитесь, пожалуйста. Помимо этого, мы еще и сами инициируем зрительным контактом, да, встречу с кем-то, кого-то мы приближаем, да, через зрительный контакт. Вот мы повернулись, мы смогли уловить кого-то, да, мы не просто видим друг друга, мы видим еще людей рядом с нами, да, и мы зацепили кого-то взглядом и привлекли к себе, дали возможность ему подойти, да, этому человеку. Хорошо, если мы стоим на конференции, и наша цель, допустим, завязать новые контакты, найти комфортное общение или, наоборот, профессиональные какие-то связи, да? И если мы будем стоять, закрывшись, да, то это тоже не совсем будет целесообразно. Мы можем себе это позволить, если мы хотим устроить себе комфортное существование. Да, вот на данный момент я хочу, даже в кругу этих уважаемых людей, я хотела бы побыть один, да, не очень активно общаться. Или если общаться, то только с очень близкими людьми, которые знают, что ко мне можно подойти, да. Но если вы, допустим, с достаточно таким нейтральным лицом или выражением, да, лица стоите, закрывшись, да, то, скорее всего, вы не добьетесь той цели, ради которой вы пришли, да, на эту встречу, и, соответственно, вы убираете, да, эти руки, вы не связываете себя, не сковываете, не закрываете, да, себя, и вы таким образом привлекаете к себе человека, с которым вы хотели пообщаться, возможно, да, человека, с которым вы хотели пообщаться. Так, ну, следующее, о чем мы с вами поговорим, это то, как мы сидим и что мы сообщаем своей посадкой. Есть несколько правил, но
Давайте так, сначала мы поговорим о дамах. Допустим, обращайте внимание на то, как вы садитесь. Да? Посадка для дамы, в том числе, она важна. Не стоит делать вот таких движений, потому что мы автоматически уже сообщаем какую-то странную информацию о себе тем людям, которые сзади, кто впереди, если вдруг у нас декольте чуть ниже, чем хотелось бы. Да? Мы вдруг сообщили сразу несколько фактов, да, о себе. Но когда вы присаживаетесь или садитесь удобно, да, делайте это достаточно свободно, не смотрите, где расположен ваш стул. Да, вы знаете, вы его должны чувствовать. Постарайтесь садиться так, чтобы ваша спина была прямой. Да, то есть вы особенно не уделяете этому какого-то такого акцента не делаете. Вот вы присели. И как располагаются ваши ноги при посадке? Для дамы это очень важно. Пусть у вас прям зафиксируется в сознании, что в ваших коленях расположены два магнита, которые притягиваются, да, друг к другу. Ни в какой ситуации они не могут, да, разлучаться. Они не могут разлучаться. Вот самое классическое, да, поза – это когда мы сидим вот так. Самая классическая посадка. Но если чуть-чуть мы хотим чувствовать себя свободнее, да, то мы отводим одну ногу за другую. Вот отвели и почувствовали себя свободнее. Как вы думаете, насколько допустимо, допустим, сидеть для дамы нога на ногу? Посадка нога на ногу. Когда все прикрыто? Ну да, если у нас прикрыто... Если у нас такая юбка, которая защищает нас, да, и мы не сообщаем дополнительной информации о себе, не нужно этого, не стоит, да, делать. Но вот мы когда сидим, мы можем еще так ненароком движение, да, совершать. И тогда все внимание переходит на эту ногу. Можно сделать так, советую, допустимая посадка, это когда мы чуть наискосок кладем одну ногу на другую, и тогда она не будет постоянно, да, в движении, она отдыхает, одна нога на другую отдыхает, и, в общем, достаточно комфортно. Да? Теперь, мужчины, возьмемся за вас. Основная, наверное, сложность, которая возникает, или проблема, которая возникает при посадке, это когда мужчина свое доминирующее положение выражает в демонстрации, да, и тогда он слишком далеко разводит друг от друга свои колени, это не всегда может быть допустимо, да, в обществе. Это вообще недопустимо, потому что не совсем уважительное положение. Да. Егор, вы не могли бы показать, как вам максимально бывает комфортно сидеть, если вы один или если вы в кругу друзей? Ну, это как бы ко мне не относится, я вообще, на самом деле, никогда так не сижу, но я часто... А, так, часто то, что вы видите, это да. Это вот в маршрутке часто такие вот скутеры. Ну, я думаю, с этим все сталкивались, это когда вы видите человека, ну, парня, естественно, который сидит вот так. Да, прекрасно. Насколько это приятно. Отвернуться. Да, да, конечно, хочется отвернуться или не заметить, и уж тем более мы бы сейчас с Егором не сели, да? Еще. Ну, бывает, как мы еще располагаем бывает, себя, когда, да? Допустим, человек, он как-то непроизвольно может занимать больше места, положим, на одного человека. То есть, вот, ноги вот, вот. Когда вы занимаете как минимум полтора места, да? Ты не надо. Полагаешь, что кто-то к тебе еще сядет? Да, да, да. Нет, я вижу всю вашу подошву. Соответственно, я вижу, что уже рядом я бы не смогла присесть. Просто вы бы еще на него облокотились. Вы бы еще на него, да, облокотились. То есть вы так заняли много места, да, положенное, ну, не на одного, скорее всего, человека, да, возможно, не на одного. Допустимая для мужчины посадка – это, вот попробуйте поставить между коленями два ваших кулака. Угу. Достаточно комфортно? Ну, не особо. Не особо. Ну, это дело привычки. Да. Потому что нам нужно тогда тренировать себя. Тренировать свои мышцы, вот так же, как дамы, да? Тренировать мышцы, чтобы они всегда были колени сомкнуты. Так и мужчинам приходится тренировать себя. Да, это дело привычки, вы правы, чтобы это стало комфортным. Вот если градус официальности повышается,
этикетности ситуации, то ваши колени, они сужаются еще до одного кулака, да, между. Вот насколько, да, это будет более официальная, значит, да, атмосфера, обстановка. Так, прекрасно. Хочу поговорить еще о психологической субординации. Психологическая субординация во многом зависит от того, как мы сидим. Да, если человек себя более, так скажем, в пространстве ощущает свободно, и он располагает себя более свободно в пространстве, да, ну вот мы можем сделать вот то же самое с нашими ногами, да, положить, если бы у нас был подлокотник, мы положили на него один локоть, да, это будет говорить о том, что человек в большей степени доминирует в общении, нежели тот человек, который присаживается на краешек стула, да, занимает очень скромное положение, отводит ноги назад, складывает руки себе на колени куда-то, да, и вот таким образом зажимается. То есть он пытается психологически, это заметно, когда смотришь на общающихся таким образом людей, что он пытается как будто бы исчезнуть. Да? Вот, ну, хочется исчезнуть, чтобы меня здесь не было. Да? Поэтому если вы хотите показать, что вы хотите здесь быть, вам не хочется исчезать, да? То лучше всего расположить себя более свободно, да, в пространстве. И в данном случае вы можете еще человеку показать свое уважение и внимательное слушание, отразить внимательное слушание через то, как мы сидим. Ну, допустим, если Егор что-то такое рассказывает, а я его внимательно слушаю, вот о чем говорит то, как я, мое расположение, да, ног и вообще корпуса тела, о чем говорит, насколько внимательно. Ну, вас-то не сильно волнует. Меня не очень волнует, что вы говорите. Да, вы правы. В данном случае я телом сообщаю, или, например, я говорю очень интересно, да, или я вербально сообщаю вам одну информацию, но вы же понимаете, что не очень-то мне хочется сейчас с вами общаться, и, возможно, у меня нет времени, да, на это. Но если я хочу показать, что я внимательный слушатель, и я хочу сказать человеку, что мне так интересно сейчас, да, то я располагаю свои колени в его сторону, да, я располагаю корпус в его сторону, и, возможно, даже наклоняюсь чуть-чуть, да, к этому человеку для того, чтобы сообщить, вот это интересно, да, вот это важно, а что еще вы хотели бы сказать? Да? Я ожидаю больше информации. Так, давайте поговорим о том, что такое дистанция в общении. Да? Ну, допустим, есть такое правило соблюдать дистанцию. Давайте попробуем такой эксперимент. Насколько удобно вам будет подойти друг к другу? Да, Катя и Егор, будьте добры, встаньте на такую дистанцию, которая максимально была бы для вас комфортна. Вот попробуйте приближаться. Угу, Егор. Как мы обычно общаемся. Угу. Да, вот Катя в данном случае... Да, эту дистанцию увеличила, потому что наиболее комфортная дистанция – это дистанция для двух вытянутых, для рукопожатия рук. Попробуйте сделать, да. Вот это самое комфортное, да. Вы не заходите в интимное пространство друг друга. Все, спасибо большое. Если мы хотим сократить дистанцию, да, то мы можем это сделать в том числе и жестикуляцией. Да, наши жесты, они очень часто позволяют нам сократить эту дистанцию. Но только нужно быть точно уверенным, что второй человек готов, да, к этому сокращению. То есть когда мы жестикулируем, иногда мы можем зайти слишком далеко. Да? Бывает некомфортно, когда человек что-то перед нами показывает. Да? И чем ближе он в данном случае жесты свои совершает, тем тоже... может быть менее комфортная ситуация. Поэтому мы не просто всем корпусом можем нарушить дистанцию, но мы и своими жестами можем тоже нарушить дистанцию, да, когда наши руки слишком близко располагаются, допустим, к человеку, да, или к его лицу. Да. Очень часто нам, когда приносят документы или бумаги, если вдруг прямо перед вашим лицом, да, все это оказывается, это не всегда комфортно. Да, это тоже нарушение дистанции. Нам комфортнее протянуть руку за документами. Да.
Очень часто бывает ситуация, когда человек, не понимая или не ощущая нашего личного пространства, а интимное пространство – это вот 15-45 сантиметров от нас, да, от нашего тела, в том числе и за спиной, потому что там мы тоже ощущаем человек, насколько близко стоит. Да. И если он подходит ближе, то мы стараемся, да, делать какую-то манипуляцию с тем, чтобы увильнуть, да, или что-то поставить между этим человеком и вами. Поговорим о прикосновениях, потому что прикосновение в деловой среде — это тоже такая очень пограничная тема, очень сложная тема, да. Вот как вы думаете, какое прикосновение максимально допустимое в деловой среде? Рукопожатие. Рукопожатие — это все, что мы можем себе позволить. Да? И если рукопожатие совершается еще и с похлопыванием так по плечу, то это уже говорит о том, что человек, допустим, более расположен к нам, да? О том, что это может позволить человек, который ну, либо по статусу выше, или он такой отцовский жест очень часто, да? В этом только случае, да, мы допускаем, что еще что-то может такое произойти. А вообще, конечно, исключительно рукопожатие. Больше мы не можем себе позволить, да, прикасаться, касаться другого человека, потому что это сразу же будет говорить о чем? О том, что отношения, ну, больше, чем деловые, может быть, более, ну, доверительные более. Да. Как только прикосновений становится больше, да, и прикосновение помимо рукопожатия, любое другое прикосновение говорит о том, что мы сближаемся. О том, что, ну, во-первых, с одной стороны, и психологически, наверное, это тоже очень важно, это будет говорить о том, что мы принимаем другого человека. Вот если мы можем до него прикоснуться, или если мы допускаем, что кто-то нас касается еще, да, то мы принимаем этого человека, если допускаем. Но если не допускаем, то, соответственно, ситуация непринятия. Да, и в данном случае, если мы допускаем прикосновение, значит, мы сближаемся. Вот по мере сближения или по мере большего количества касаний, да, допустимых касаний друг к другу, мы можем сказать, близкие отношения или нет. Даже если мы смотрим на кого-то, эти люди, общаясь друг до друга, да, друг другу прикасаются, касаются друг друга, то мы уже можем сказать, что, ну, у них отношения более близкие, нежели профессиональные. Поэтому нужно быть осторожным. Нужно сказать, что помогает нам, допустим, держать себя в руках или не касаться другого человека. Вот та мысль, что рука, она символически нагружена. Да? Вот наша рука, если мы прикасаемся, то мы несем идею принадлежности этого предмета, да, или этого человека. То есть будьте осторожны и задумывайтесь, если мы прикоснулись, значит, мы претендуем на этого человека или на этот предмет. Да? Касание об этом будет говорить. Ну, допустим так, касание к касанию тоже рознь. Да, они бывают разные. Если мы, Олеся, с вами уже много лет работаем, и мы сделали не один проект, и мы вдруг, да, оказались в ситуации обсуждения нового проекта. Представьте такую ситуацию, что мы с вами обсуждаем проект, и вы сказали какую-то очень интересную идею, я поддержала, да, это здорово, и коснулась вас. Угу. Но мне это, я считаю это приемлемым, и более того, ну, мне возникает ощущение, что вы меня принимаете в данном проекте, и вот как-то, да. Да, а если я сказала все то же самое, только коснулась вашего колена? То я бы сказала, я не пойму этот жест немножко, будет не очень комфортно. Или также я коснулась вашей руки, кисти. То тут я бы уже сказала нарушение пространства, потому что руки — это вот, как вы уже заметили, нечто символическое, и я бы тоже не поняла этот жест, и мне было бы не очень приятно, комфортно. А если комфортное для вас касание, только длительное? То тогда я бы уже придала этому какой-то смысл, но искала в этом причину, почему задержали. То есть получается, что длительность касания несет другую символическую нагрузку, да, и уже мы на другом языке как будто бы с вами разговариваем, да? Все, спасибо большое. Так, прикосновение
вы понимаете, да, что это тоже очень важная область, которую мы должны контролировать, или, по крайней мере, мы должны быть грамотны, да, в этих вопросах, чтобы знать, до кого, когда, в какой момент мы можем дотрагиваться. Наиболее стрессовой считается ситуация с вынужденным вторжением в наше личное пространство. Как вы думаете, где это чаще всего происходит? Общественный транспорт, да? Нарушение дистанции в личном пространстве вводит человека в стресс и заставляет защищаться. Поэтому мы так часто становимся свидетелями ссоры или спора в транспорте. Поэтому максимально быть деликатным очень важно, да, в этот момент. Если вы кого-то толкнули или вдруг задели, то обязательно извиниться. Даже если вам не кажется, что вы нанесли какой-то серьезный урон, да. Потому что здесь нам нужно позаботиться максимально о человеке, который, и в том числе вы, да, который ощущает стресс. Просто по факту того, что его нарушается и вторгаются в его пространство, да? Что вторгаются в пространство. Ну хорошо, расскажите, пожалуйста, что-то было важным для вас сегодня, и что вы узнали? Ну, как для меня, наверное, как для девушки, было интересно узнать о постановке ног, ну, потому что в обычном таком... В обычной ситуации я это не контролирую. И вот думаю, что надо этому уделять внимание, да. Поскольку, правда, язык жестов каких-то вот он многое сообщает, да, как вы сказали. Тут уже свои ноги. Да. Для меня было интересно, что при общении между двумя людьми невербально можно показать, что эти люди готовы принять третьего человека в свое общество, более развернувшись к остальным, к окружающим. Да. Да, кто-нибудь. Ну, я для себя узнал также вложение ног, официально такое. Официальной программе, так скажем. Также я узнал о том, что я могу теперь определять, когда человек хочет меня слушать или не хочет меня слушать. Да. Все, спасибо вам большое. Надеюсь, что мы скоро снова встретимся. Спасибо.